Бизнесвумен привыкла к жаркому климату, проживая с детьми и супругом на Бали. Но из-за работы Айза Анохина часто летает в Москву по делам. На этот раз модель сменила направление и отправилась в Камбоджу. В Азии у Айзы запланирован долгосрочный проект, съемки растянуты на полтора месяца. В Камбодже Анохина столкнулась с более жестким климатом, чем в Индонезии, и осознала, как скучает по семье, спустя неделю пребывания вдали от дома. Модели предстоит провести в чужой стране еще 38 дней. Предстоит испытать много разных эмоций, счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками, поделилась Айза в микроблоге. Анохина старается найти плюсы в трудном положении. Она рассчитывает сменить за ближайшие дни 70 платьев и похудеть. Новую работу бизнесвумен называет главным проектом в своей жизни. С Айзой сотрудничает команда из 20 человек, готовящая ее к съемкам. Однако из-за напряженного графика звезда перестала высыпаться. В Камбодже час ночи. Нам вставать в 5 утра, и это самое печальное в нашем очень сложном, но очень увлекательном путешествии, рассказала модель. Поклонники поддержали Айзу в новом начинании и отметили, что на последних снимках в белом платье она выглядит более женственно, чем когда-либо. Подписчики намекнули, как сильно ждут результатов со съемок, и попросили кумира чаще делиться фотографиями, сделанными в Камбодже. В свою очередь, Анохина выразила благодарность поклонникам, помогающим ей не чувствовать себя брошенной в незнакомой стране. «Я просто открываю телефон и вижу вас, таких добрых, красивых и заботливых. Забегаю к вам на странице, лайкаю, чтобы вы знали, что я рядом», — сообщила Айза подписчикам. Еще на прошлой неделе модель жаловалась, как ей тяжело жить на две страны, разрываясь между семьей и работой, Бали и Москвой. Теперь круг путешествий Айза расширился еще больше, а разлука с детьми стала невыносимой. «Слишком сильно хочу обнимать их», — тоскует Анохина, публикуя снимки сыновей. Напомним, что после расставания с Гуфом, от которого бизнесвумен родила сына Сэма, Айза вышла замуж за серфера Дмитрия. У пары появился общий ребенок — Элвис. Супруги стараются проводить больше времени с детьми друг с другом, но зачастую этому препятствует работа Анохиной.